Друзья, мне хотелось сегодня напомнить нам о том потрясающем обещании, о той заботе и фокусе, которые у Отца Небесного есть на нашей семье, на наших детей. Это 54 глава пророка Исаии с 13 стиха. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою и будешь далека от угнетения и от ужаса, ибо не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Всякий, кто бы не вооружился против тебя, падет». Драгоценное. Бог приготовил для каждого из нас план. Господь трудится вместе с нами, чтобы этот план свершился, чтобы великий мир, великое благословение, великое вдохновение, защита и забота переживались нами, потому что Его Слово не оскудело, Его сила не перестала защищать свой народ, оберегать его. Пусть наши сердца, пусть наши глаза будут обращены к Нему, находить в Нем крепость, веру и надежду каждый день. И пусть радость обещания этого слова вдохновляет нас. Вы обречены на успех, вы обречены на радость. Этот день сотворил Господь, и это невероятное чудо. Чудо, в котором Он встречает вас. Как говорит второй псалом, «Целуйте Сына, и знайте, что Сын целует вас, обнимает вас, вдохновляет, и в Его книге записаны все дни для вас назначенные, для ваших детей, для детей ваших детей, когда ни одного еще из них не было. И эти планы Бога о вас на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».